Новый день. Доброе утро, Наньнин. Самый сложный день. По одной простой причине, что никак не могу разобраться, где купить билет, блядь, во Вьетнам. Пошел искать. Время, что-то 8:00. Такое ощущение, что, блядь, уже обед, блядь. Пошел искать, блядь. Называется «Купи билет Ticket Office». Вот где только его купить, вообще жопа какая-то. Нашел. 100% нашел. Короче, трудности перевода, часть вторая. Блять, пришлось купить билет на поезд на завтра, потому что ничего другого нету. Теперь пошел искать станцию автобусную. Может, есть возможность на ней уехать, короче, на Вьетнам, блять. Да. Вот так вот, блять. А вы думали? Мой чудный автобус, который повезет меня в Ханой, Вьетнам. Такой не первой свежести, не первой свежести тачка. Дешевле в основном китайцев возят вот на таких чудненьких автобусах. Ну а нас довезли сюда вот на том чудном черном VIP автобусе. Я думаю, границу мы прошли, ну, чисто по VIP коридорчику. Думаю, мы сейчас еще об этом пожалеем, когда нам скажут, сколько мы должны за это денег.